все меньше 30 секунд. На пятак Вольский. Здесь настоящая куча мала. И не дают в этой мясорубке добраться до шайбы нападающим магнитских из ЦСКА. Снова пас на пятак и Кумар! Вот теперь красный свет за спиной Сорокина. Зажигается абсолютно по делу. За 17 секунд. Посмотрите, что сделал Семин сейчас. Это вот одно это действие, не одно там. В сумме несколько было. Но то, что сделал Семин, это вот это шедевр мастерства. Коваш выбрал позицию великолепно. Пас прошел, он забил. Но то, что сделал Семин, это невероятно. И не случайно сейчас, вот уже отложив все. Давайте посмотрим. Отдельно поздравляем. Смотрите, Семина. Какой борьбе Семин. Посмотрите. И какой это пас. Он вскрыл всю оборону этой передачи, и Коваржу ничего не оставалось, кроме как отправить эту шайбу в ворота. Да, вот это поворот. За 17 секунд до окончания третьего периода Металлург спасается. Пока в основное время.